Всем привет! Сегодня у нас 21 июня 2022 года, и вот в районе ЖД вокзала Анапы поменялась схема движения транспорта. Вот если вы едете из Анапы и в первый проезд заезжаете, то раньше можно было проезжать, а теперь доезжаете до газовой заправки и прямо аккуратнее. Вот поставили знак «Кирпич». Проезд запрещен. Здесь односторонние. Теперь все машины по кругу заезжают с железнодорожного проезда. Оттуда второй подъезд. Это проезд от Зароснефти туда. И вот получается одностороннее движение. И вот знак аккуратнее, чтобы не попасться, не лишиться прав. Потому что там при въезде этот знак не стоит. Потому что здесь можно сюда и на заправку ехать. А здесь вот тут он стоит, этот знак. Вот видите, и поехало. Такси не замечает, все по привычке едут, не замечают кирпич. И едут. Вот так изменилось, аккуратнее. Если встанут гаишники, все, сразу встречка, лишение прав. Особенно если кто из других регионов, это вообще неприятно. Или будут на крупные взятки разводить, или... Что хуже, просто лишат. Вот тут даже и разметку видно, видите, вот уже разметка, вот, и там она оттуда вот идет, как сужается, все, разметка. И получается, что... Так что вот заезжать оттуда. Так что всем удачной дороги, и помните, вот он кирпич, одностороннее движение теперь вдоль вокзала стало. Вот машины массово еще едут. Вот посмотрим, как они будут проезжать. Нет, вот видите, по привычке едет под кирпич. За ним газель тоже с людьми под кирпич. И вот так летят. И вот еще одна машина, девушка под кирпич. То есть лишая встречку всех. Вот так пока работает эта организация. Нежелательно было бы здесь, конечно, поставить информационные щиты гаишников первое время, чтобы перенаправляли, но видите, никому нет до этого дела. Может, пока лобовое столкновение не будет. Ну вот здесь вот теперь проезд, видите, лево на ЖМТ, а право на ЖД вокзал. Это вот сейчас вот здесь проезжаем остановку. Проезжаем остановочку. И вот налево будет ЖМТ. Вот указатель право ЖД вокзал. Перестраивайтесь, и теперь заезд только отсюда. Хотя выезд отсюда то есть, что ли, получается. Сейчас посмотрим. Да, выезд получается есть. Вот так вот заезжаем. Я думаю, выезд до сюда, а дальше оттуда односторонний. Вот так. Ну, а с этой стороны вот получается двухстороннее движение до... Вот... этой парковочки, которая сейчас будет слева. Вот где автобус выезжает от вокзала, здесь все еще двухстороннее движение. А дальше вот установили знак «Одностороннее движение». Видите, здесь знак «Одностороннее движение». Он кто-то с включенными фарами. Там, получается, едет уже по встречке. Вот такая вот сейчас здесь дорожная ситуация вокруг ЖД вокзала в Анапе. Вот видите, несмотря на то, что поменялось, люди по привычке все едут он по встречке. Хотя здесь уже одностороннее все поменялось. Один едет по встречке, второй. Так что, друзья, давайте аккуратнее, я думаю, скоро гаишники встанут и будут насаживать. Так что, чтобы вот не повторять этих всех ошибок,
аккуратнее, смотрите новые поменявшиеся знаки. Это видео вам в помощь. Вот там фары, еще одного светит, еще один едет уже по встречке. Ну, еще вот видеосюжет, видите, поменялись, равно вот все едут по встречке, хотя здесь односторонние пробки, никто ничего не понимает. Вот такая ситуация на ЖД после замены схемы движения. Вон они все по встречке так и едут.